на 20-м чемпионате России среди ветеранов возрастной группы М50. Весовая категория 62 килограмма. Наградим Кулаков Вячеслав, Московская область. Номер 2. Кулаков Юрий, Московская область. Номер 3. Правов Андрей, Москва. Весовая категория 69 килограмм. Самохвалов Николай, Московская область. Номер 5. Прокопов Сергей, Курская область. Весовая категория 77 килограмм. Номер 6. Диана Фрикер, Забайкальский край. Номер 7. Ананченко Александр, Челябинская область. Номер 8. Уранин Сергей, Туман, Югра. Участники представления на разминку 15 минут. Внимание, время перерыва завершено. И мы начинаем вести протокол соревнований среди мужчин в возрастной группе М50. В основном две штанги 50. Ассистент выставной печки 2 штанги 55 килограмм. Вес 55 килограмм. Пошел на работу в уране. 55 килограмм. Вес установлен на корпусе в уране Сергея. Но ее брак 55 килограмм. Первый вопрос. Оказывается, номер 2 на жарку. Подъем защиты. Усыны пешком 60 килограмм. Номер 8 в уроке заявки на правом руку 60 килограмм. Вес установлен на 8 в уроке Сергей. Мою врач 60 килограмм. Второй вопрос. 2 минуты на подготовку. Вес установлен номер 2. Юрий, Московская область, 64 килограмма. Первый поход. Готовится номер 1. Кулаков. Thank you.
Знаешь, Михаил,
Прошлая минута.
Установлен номер 5, Прокопов Сергей, Пусковой, 85 килограмм, первая поколка. Готовится номер 4, Самослава. Thank you.
Вес установлен номер 3, права на проджей, мастер-спорта международного масла Урал-Москва. Первый поток. Готовится номер 4, самоправ. Андрей Васильевич, по категории, кто же съездит 2 килограмм. Thank you.
Подъем начинаем. Две шаги 87-2. Номер 7 на начале. Заявка на втором походу 91-2. Номер 3 Баранов Андрей, мастер спорта международного класса, город Москва, 87 килограмм, третий поход. Готовится номер 7 Ананченко. В случае успеха дается на диплом рекорд России. Вес установлен номер
6 для Виктора, мастер спорта на Байкальский край, 100 кг, первый поход. Вес установлен номер 6. Рядом Виктор, мастер спорта на Байкальский край, 107 кг. Второй поход. 2 минуты на подготовку. Виктор выступает в весовой категории 37 кг. В случае успеха он установит новый рекорд России в группе.
Солнце.